Привет всем, мои дорогие друзья и просто любители игры Dino Hunter Deadly Shore, с вами Дарт, и сегодня в передаче серия винтовок. Это последняя серия этого региона, и в этой серии я планирую перейти уже на 7-й регион и двигаться дальше, осталось совсем немного. Когда я пройду все регионы, как я понял, их тут всего 10, буду делать акцент на прохождении особых серий и серий соревнования. Но для них нужны деньги. Чтобы иметь деньги, нужно снимать хорошее видео. Видео я снимаю такими, как могу, вообще лучше не получается. Вся надежда на вас, ваши просмотры, лайки и активность. Ну что ж, предлагаю приступать. Серия винтовок. Так, давайте, кстати, глянем на нашу винтовочку. Посмотрим, все ли я улучшил. Да, я улучшил все. Hold Spectre называется. Вот этот слонобой выглядит примерно так. Просто пушка вообще... Тоже претензий нет. Вообще, просто идеально. Урон у нее 1855. Офигеть. Ну что ж, предлагаю начинать. Первая цель. Гастония выстрелом в легкое. Так, вот наша Гастония тут. Выглядит она, конечно, хорошо. Я уже говорю, что ее чуть-чуть не так сделали, но все же она выглядит хорошо. Выстрелом в легкое, да, говорите? Ну что ж, тут сложно не попасть. Все. Вот и завершили. Цель уничтожена. Следующее это два лилинозавра. Приступаем. Вот наши лилинозаврики пучеглазые вот так выглядят в этой игре. Конечно, мне кажется, передние конечности увеличены в размерах чуть-чуть. Раза в два. Но сойдет. Сойдет. Ну и ты умрешь тоже. Сегодня не ваш день, ребята. Ох, даже в сердце попало. Так, с кого нам еще подбросит игра? Старого Зухамима. Ну что ж, приступаем. Вот наш Зухамимус. Или просто Зухамим. Куда ты побежал? Вот куда ты побежал? Я тебе... Сквозь дерево прострелю, сволочь. И последняя... Как там? Уязвимая точка. Попадание. Главное, сквозь дерево его текстура прошла, а сквозь камень не прошла. И получается, он упал на камень. Вот это как-то странно очень. Так, два старых брахилофазавра в путь. Так, этих ребят мы уже навидались, так что особо обращать внимание не буду. Так, примерно сюда. Да. Угадал. Так, а вот тебе вот примерно сюда. Черт, попал в дерево. Как? Как? Что? Я чисто в него стрельнул. Ему вообще даже урон не нанес. Не был нанесен урон. Как? Объясните мне, как такое возможно? Вы все сами видели. Перемотайте, если не верите. Офигеть, что за фигня? Что за фигня такая? Так, две гастонии выстрелом в легкое. О, да, усложнили задачу нам. Теперь две гастонии. Что же делать? Что же делать? Я не знаю, что делать. Просто поразить цель. Вот мое решение проблемы. В легкое, да? Раз минус легкая. Два минус легкая. Спасибо, не надо. Только если бы это из особой серии. А так как это обычное оружие, оно нам не надо.
не нужно нам. Два старых пахицефалозавра. Это уже поинтересней. Цели подвижные. Но легко убиваемые. Из такого-то слонобоя любой убьется. Ну, погибнет, точнее, я хотел сказать. Убьется такого слова нет, но хотя, может, и есть. Что-то я уж в институте весь русский язык позабыл. Два старых иниозавра выстрелом в легкое. Ну что ж, сейчас ты падешь, и ты падешь. Все вы падаете передо мной. Выстрелом легкое, да? Минус легкое и минус легкое. Сквозь костный воротник прямо так. На. Пока ничего сложного я вообще не вижу. Так, один кархародонтозавр. Может быть сложно, может быть нет. Давайте посмотрим. Жалко, что у них голоса у всех одинаковые. А то можно для каждого крупного хищника свою звуковую дорожку подобрать. Но им это нафиг надо, поэтому она у всех одинаковая. Получил. На. Что? Еще одна точка? Офигеть. На тебе, в крестец. Чтобы у тебя ноги отвалились. Отлично. Что там? Три старых лилинозавра. Как-то все банально и неинтересно пока. Даже в одном и том же месте за 100 лет мне их убивать. Просто отвали. Просто в сердце. Просто не знаю куда. Сейчас узнаем. О, легкое. Глаз-алмаз. Но мне кажется, из такого слонобоя они должны не просто падать, а отлетать просто. Так. Одна старая гастония выстрелом в сердце. Возможно, с телефона это делать неудобно, а с компьютера вообще no problem просто. Просто no problem. Так, ну давай свое сердце покажи мне. И погибни. Прости, братан. Это была вынужденная жертва. Ну что ж, а теперь я предлагаю прерваться до пополнения энергии. Для вас это одна секунда, для меня буквально 100 минут. Неравноценно, но все же. Ну что ж, не переключаемся, я вернусь через мгновение. Ну что ж, мои дорогие подписчики, я уже восстановил энергию, и теперь у нас задание нужно убить 3 арсенотериев. И мы приступаем. Вот он так у нас выглядит, если кто не видал. Если кто не видал. Что-то не тормоза. Тормоза какие-то. Справились, как всегда. Так, 3 старых пахицефалозавров. Их тут больше 3. Опять же, справились без каких-либо проблем. Так, 2 трицератопсов выстрелом в легкое. Да, трицератопсы здесь вроде чуть-чуть по-другому окрашены. Так, и двигаемся. Отлично. Бум.
Так, теперь уже двух старых Зухамимов. Ну что ж, надеюсь, у меня получится. Первый, а где второй? Черт! Быстрее перезаряжайся, быстрее! Все, хватит. Минус один. Да, получилось. А то я уж думал, что все, провал. Отлично. Три лилианозавра. Где у нас лилианозавра? The first. The second. The third. Черт! Ай-ай-ай. Есть. Попал. Прям в задницу. Ну, хвост да хвост. Три старых адмантозавра выстрелом в легкое. В легкое, да? Первый. Второй. И третий. Четыре старых пахицефалозавра. Ну, я думаю, это будет нетрудно. Даже почему-то уверен. Такс. На заднем плане опять что-то сверлят у меня. Паразиты. Время 9 часов. Чё они там сверлят? Сверлят, точнее. Хрен их знает. Один старый Гастония выстрелом в сердце. Ну это какая-то легкотня. А почему 19? У меня должно быть последнее. Я что, где-то не справился, что ли? Хрен знает. Или баг какой-то, что ли? Очень какой-то странный баг. Я не знаю почему, но у меня должна была остаться одна единица энергии. Ну что ж, я подожду, пока восстановится вся шкала. Пройдем и трофейную серию, и эту завершим серию винтовок. Так что не переключаемся и остаемся со мной. Ну что ж, вот я и восстановил энергию. Ну не всю, конечно, но мне хватит на трофейную серию, серию винтовок. А, сейчас, одну минуточку. Все, включил музыку. Ну что ж, давайте покончим с серией винтовок. Два старых архародонтозавра.
Так, хорошо, что они далеко расположены, будет легче убивать. А в чем проблема? То, что у них 4 точки, черт подери. Все, попал. Это хорошо. А, нет, тоже 3. Давай. Как так-то? Ну как так-то? Ну почему? Хоть тьфу на тебя! Скотобаза. Вот же сволочуга, а? Сволочуга! Я вас грохну, я вас грохну, тебя грохну первым. Хочешь меня грохнуть? Я тебя первый грохну. На тебе в харю. Умри. Один выбыл. Второй получает. Давай, иди сюда. На. Ты лишил меня единицы энергии. Это как так-то? Я и в прошлый раз так же промазал. Все, все, умри, умри. Да. Все, серия винтовок закончена. Переходим к трофейной серии. Желтая смерть. Сила удара его хвоста не знает себе равных. Из-за этого он и стал бесспорным патриархом. Патриарх Никифий. Или как там, Никифора. Или патриарх Желтая смерть. Так-то хорошо они Эдмонтозавра раскрасили, хоть меня эта модель и бесит. Ну вот куда ты бежишь? Как? Почему я промазал опять? Я не понимаю вообще. Как я вообще... Цеп. Его хвост кнут может отделить мясо от кости, оставляя на ранах врага запекшуюся кровь. Но можно сказать одно, что выглядит он, конечно, круто. Отлично, мы его ушатали. Пилозубый. 6 минут. Ну что ж, ребята, я опять прервусь. Извиняюсь за свое косячество. Вернемся, когда у меня появится еще одна единица энергии. Так, ну что ж, уже просто настала пора закончить это. Эту игру. Я опять забыл включить звук. 5 секунд. Так, теперь все в порядке. Цель пилозубый. Пилозубый, ходячая катастрофа этих мест. Держитесь от него подальше. Сейчас эта катастрофа погибнет, но раскрас у него просто изумительный, ребята. Ну вот вообще просто чувак шарит, как нужно окрашиваться просто. Есть толк в окрасе у него. Come here!
Упси, Дейзи. Да как так-то? Ну как? Хочется плакать. Серьезно, это какой-то кошмар. Черт. Так, ну все, ребята, в этот раз все, точно, все, конец. Уж этот парень меня тоже заколебал уже. В прошлый раз я просто скрины делал. Поэтому подпустил его близко. А сейчас такой ошибки не допущу. Ну что ж ты будешь делать-то, а? Остановись. Спасибо. Давай, перезаряжайся. Все, хватит, хватит. Ушатал. Я его ушатал. Нет, спасибо, я все равно откажусь. О, какое счастье, вы не представляете. Просто славься, Перун, потому что это офигеть. Наконец-то всех там порешил. Фу. Ну что ж, ребята, поздравляю. Мы переходим на новый регион, который, я как понял, называется Кристаллическая гора, что ли? А, во, Кристальная скала внизу написано. В скором времени мы... Ну, считайте сами, если на один регион уходит по 3 серии... Считайте, еще осталось примерно 12 серий. А потом будем особые серии проходить и серии соревнования. Так. Сегодня я был какой-то расслабленный, поэтому у меня не получилось... так, чтобы осталось чуть-чуть энергии для того, чтобы пройти серию соревнований. Ну ладно, в следующей серии посмотрим. Хаммонд Один. Давайте купим. Ну, лук прикольно выглядит такой, прям как из Крайзиса. Ну, похоже, по крайней мере. Ну что ж, на этом я предлагаю завершить это видео. С вами был Дарт Сидиус. Надеюсь, оно вам понравилось. Увидимся в следующем серии, в следующем видео, как кому как удобнее. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи, хорошего настроения. И всем пока!